В новом клипе Катя и Леня из группы «Айова» вжились в образы Аллы Пугачевой и Владимира Кузьмина, знаменитого битла Джона Леннона и Йоко Оно и многих других. Идея пришла саунд-продюсеру группы. Когда он озвучил эти идеи, мы подумали, что он сумасшедший. В образы вживались за пару репетиций, а вот на грим ушло несколько часов. Марию Антуанетту мы гримировали 2 часа, все вот это ставили, мои волосы, это не парик. Я сняла это одним дублем, 3 минуты съемки. Ну а главное откровение нового клипа в том, что Катя и Леня наконец решили признаться всем, что они вместе. У пары за плечами 10 лет отношений, ну а недавно в Карелии звездная парочка сыграла свадьбу. За 10 лет друг от друга не устали. Я сегодня плакала, потому что мы расставались на день. Ну а фэны теперь считают дни до презентации нового альбома «Импорт» в обеих столицах.